Я бы хотела спросить, девочки, вот когда наступает какая-то такая минутка, да, вроде непонятная, кто вас вот заводит вас, помимо тренеров, кто из вас вот, вот этот живчик в команде, по вашему мнению? Да, они все живчики. Ну, на самом деле, нас в команде все друг друга поддерживают и заводят. Но ну, эмоционально, наверное, все прекрасно знаете, да, кто это Эбрар. Поэтому у нас мы поддерживаем друг друга и заводим друг друга сами. Хочу задать вопрос Ксении Парубец. Задавай. Ксения Парубец, Не волнуйся, не волнуйся, давайте поддержим аплодисменты. Я сам волнуюсь, давай. Все нормально, выдохни. Что в этот момент тренер говорит? Вот ситуация, когда сказать нечего. Что вот как он вас... Посчитай до трех и задавай вопросы. Раз. Все, задавай. А по сколько часов вы все тренируетесь? Ну, утром 2 часа и вечером 2 часа. Каждый день? Не каждый день. 3 дня тренируемся, 1 отдыхаем, к сожалению. Спасибо тебе, Валь, спасибо большое. Последний месяц, мне кажется, у нас вообще выходных не было. Слушайте, ну была, я не помню, сколько сетов вы сыграли вот, за последний месяц, что-то около 50 там, или даже больше, да, было? 55 сетов за последний месяц вы сыграли. Это, ну, что-то невозможно. И один выходной. И один выходной был. Тяжело было бы привыкнуть к другой команде. Да нет, не тяжело, потому что ну, в Суперлиге нас не так много людей, да, там насчитывается человек 200, да, в общей сложности. Поэтому за много лет мы уже друг друга знаем, а во многих командах вместе выступали. Поэтому нет, нормально все, без проблем. Пару недель и уже все друг к другу привыкают. Скажите, пожалуйста, когда наша команда подает рейс, игроки в квадрате делают такой пируэт. Можете рассказать историю, кто придумал, как вы это называете? В общем, что происходит в этот момент? Наверное, не с первой игры. Мы как-то в процессе придумали, что мы будем гранату кидать, когда эйс. А когда такой эйс прям на вылет, типа как Эбби подает, то мы такое ядро кидаем. Вот, и оно как-то так это зашло нам, и мы это каждый раз делаем. Прошу вас, молодой человек, как зовут, откуда вы? Сколько лет? Сколько лет болеете за клуб? Родом из Калининграда, с 18 года. Девчонки, болею всеми фибрами. Жена скоро выгонит из дома вообще. Что хотел сказать? То есть нет у меня вопросов к вам. Вы чемпионы. Для меня вы чемпионы. Для нас. Зал поддерживает. Очень много могу говорить. Аленка улыбается всегда. Простите, что так фамильярно. Блин, Вера, ну ты вообще просто отлично, блин. Белоруссия, мы любим. Старожил! Блин, Лера Зайцева. Алла Галкина вообще, мама, блин. Это здорово. Жанна, блин, твой прыжок, я пробую, блин, ну... А это наша, просто наша Юля. Модница. Прошлый сезон обозначили. Наташа Кроткова. Катя, тебя люблю. Просто люблю. Несмотря на то, что у тебя есть муж и ребенок. Хорошо, что муж этого не слышит. Блин. Очень жалко вообще. Травма. Мы тебя очень любим. Сумасшедшая ты вообще. Ира, ну блин! Ты просто, мама, удивительный человек вообще. Отзывчивая, блин. Всегда улыбаешься. Как меня сколько не фотографируют, я в кадре такой страшный вообще. Ну, ты красивый, девчонка. Капитан, ну прости.
Блин, у нас, ну, серебро, блин, второй раз вообще. Тогда за Уралку, сейчас за Калининград. Мы возьмем золото, ну... 6 лет финал! Вам огромное спасибо. Низкий поклон. Вы... Наша команда! Есть ли какие-то личные вещи, которые всегда с вами в любой поездке? Любимые носки, картинка, открытка, фотография? На самом деле, каких-то определенных вещей нет. На каждый выезд, да, вот у меня лично это форма. Обычные вещи, там никаких нету определенных вещей. Ну, я думаю, у меня точно так же каких-то определенных вещей нету, но всегда и везде я с собой ношу мешочек с резиной и всякими штучками для массажа, для растяжки, то есть, да. Но точно у нас есть, мы носки с динозавриками все же одеваем, которые на Новый год нам подарили, Катюха нам подарила носки с динозавриками. Вот мы их одевали, мы хотели как-то на игру в них выйти. Но когда такая игра была бы не очень важная, как, так скажем, не в плей-оффе, да, потому что нас бы не поняли. Вот, а так у меня перед плей-оффом появился мне сын. Это так мило было. Он пошел с бабушкой там в магазин, да, и просто приходит и говорит: «Мама, я купил тебе брелок на удачу». И вот я его с собой вожу. Себе лигу очень много непрерывно работать, и все обязательно получится. Девчонки, договорились же в форме прийти. Чего за пацан? И когда они в форме физически. Знаете, не включайтесь. И стульчик не поставили. Обидно. Я вот, в общем, янтарные наши звездочки. Можно вот одним словом, чтобы каждая из вас могла описать, как добиться такого успеха? Одним словом. Верить. Пахать. Работать. По синонимам пройдемся. Хорошо, пока идем. Потеть. Необычно. Терпеть. Трудиться. Мечтать. Любить. Не сдаваться. Ну, вишенка на торте. Работать. Всем спасибо. Всем на работу. Хорошего дня. Какие ваши стали любимые блюда в Калининграде? Да, строганина, да, это любовь. Но мне нравится, кстати, очень выпечка. Я, в принципе, ее люблю, но в Калининграде во многих местах пробовала и в восторге. У меня тоже строганина. Я не пробовала строганину. Более чудес начинается. К рыбе так отношусь. Ну, не очень люблю рыбу, поэтому я не пробовала. Я ела в Калининграде угорь. Вот мне понравилось очень. Вот это прям очень вкусно было. Спасибо большое. Ну, такой вопрос. Когда вы играете с другими командами, есть ли у вас какие-то фавориты в других командах, куда вы испытываете удовольствие от игры, вы знаете, что, ну, будет круто, вы повеселитесь. И есть ли какие-то игры, которые вы, ну, вот, вообще не кайфа? Ну, мы всегда повеселимся с Протоном и Москвой. И у меня будет вопрос, наверное, ко всей команде. Сколько нужно времени физически и эмоционально, чтобы восстановиться после такого сезона, после плей-офф? Ну, у всех разные организмы. Я думаю, сейчас мы поедем к своим семьям в отпуска и куда-то в теплые моменты. И надеюсь, это поможет нам быстрее восстановиться, в первую очередь, морально. Ну, в общем, 10 дней, 9 ночей. Как-то так. То есть вот как из этого вы выходите в команде? Очень интересно. Я какой-то куратор. Ну, возможно.
Вечер с Юлией Бродкиной продолжается. Когда кто-то следующий будет задавать вопрос, скажите, что кто должен ответить. Не в команде. Все мы знаем, кто должен будет ответить на следующий вопрос. Юлия Бродкина! Это наша... Но Мина знает русский. А Эбби... Нет, она, кстати, занималась прям с преподавателем. Ну, правда, я ходила на 4 урока. Она выучила алфавит, начала все читать буквы и каждый раз спрашивает, а что значит дворец, спорта, Но так все, что самое главное тренер хочет донести до нее, он просит нас перевести, или он знает английский на собраниях, когда установка по команде, кто-то садится рядом с Эбби и переводит ей. 5-6 человек хорошо владеют английским языком. Я думаю, что в основном доигровщики, кто может сменить, опять же, амплуа либеро, потому что доигровщики принимают и защищаются также. И я думаю, что в основном это относится к доигровщикам. Но первый темп мне сложно представить либеро. Юля Бровкина. Юля, в роли либеро, может быть, нет сезончик? Махнетесь с Викой позициями на сезон? В вашей волейбольной семье с супругом вы советуетесь по поводу предстоящих матчей? Может быть, обсуждаете друг другу, какие-то даете наводки, наставления? Как у вас это происходит? Даем, мы больше поддерживаем после игр, обсуждаем какие-то моменты, опять же, если я этого хочу, если он этого хочет. Вот. Но в основном это вот только поддержка, наверное. А так, если нужно подсказать, может, что-то подскажем, но это, опять же, если этого кто-то хочет из нас. Спасибо большое. Девочки, вы очень крутые. Меня зовут Полина. И вопрос ко всей команде. Но, в принципе, опять может ответить Юлия. Как вы выбрали именно волейбол? Возможно, вас семья подтолкнула на это? Или это был ваш осознанный выбор? Подожди, я пошутил. Мам, пап, привет. Вот, пожалуйста. Вот виновник. Я могу ответить за Юлю Бровкину, за себя, да? Вот. Но у меня, получается, я училась в 3-м классе, и у нас по школам ходили тренеры. Я в маленьком городе выросла, в Балаково, Саратовской области. Вот. Еще тогда не было такого, чтобы прям приходить в секции самим. Нас ходили, набирали высоких девочек, приглашали в секцию. И вот так вот я пришла один раз и осталась, потому что мне волейбол запал просто в душу сразу. Давайте поговорим брелочек, с которым ты выиграешь. Вот так вот. Все-таки возвращаем какой-то талисман. Вот так вот. Ну, дальше я перейду к Юле и скажу, что она не только она очень гоняет на машине. Я ее прошу, не надо. Один раз она меня остановила, подвозила на волейбол. Так гнала, я думал, ну все. Бесповоротно. Человек на игру опаздывал, конечно. Я опаздывал, а могли бы мы с тобой совсем опоздать. Хорошо, хорошо. Главное, подвезла. Я же просто... Покупайте квартиру, оставайтесь здесь. И мы за вас болеем. Мы за всех вас переживаем. За всех. Сердцем и душой всегда с командой.